В спортивном комплексе «Княжьи дали» прошу первенство Центрального федерального округа по самбо. Участие в нем принимают спортсмены из 18 субъектов и областей Российской Федерации. Воспитанник школы «Русский медведь» Григорий Шабурин выступил в весовой категории 70 килограмм. Среди 23 самбистов Григорий занял третье место, победив в четырех схватках турнира. Еще один воспитанник секции самбо в «Русском медведе» Альберт Михайлик занял пятое место в категории 75 килограммов, победив в четырех схватках из пяти.